У этих людей имеется чувство собственного достоинства. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Люди с буквой «Я» в имени являются лидерами не по силе, а по уму. Носители этого имени умеют подстраиваться под других людей. Предупреждение владельцу с буквы «Л» не тратить жизнь впустую, а найти свое истинное назначение. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Из негативных черт характера могут проявлять алчность и быть чересчур амбициозными. И это в первую очередь балансирование между материальным и духовным. Это очень энергичные, деятельные люди, которым порой не удается совладать сильными эмоциями. Значение буквы в этом имени символизирует чувство превосходства, говорит о самовлюбленности, стремлении завоевать всеобщую любовь, уважение и признание. Носителю имени не придется заставлять трудиться. В основном они являются авторитетными личностями, нередко занимают руководящие должности. Буква «Н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.